хочет он ни хрена выходить. Иди сюда. Давай, давай, родной. Приехал, сеточку снял, тут попался крокодил здоровый, камеру с собой не взял. Такой. Друзья, смотрите, какой нормальный. Вот он красавец, здоровый. Это сало, настоящее сало. Больше слов нет. Конкретное сало. Килограмма 6-7 весит. Сейчас я его выпутаю и покажу вам, какой он вообще монстр. Вот он, выпутал его. Не, килограмма 4, наверное. Максимум весит. Такой вот здоровый толстолобище. О. Что ты будешь делать? А, какой... большой, да, где-то килограмм 5 как минимум толстолоб весит, здоровый. Такая вот рыбища, сильно рот у него здоровый такой. Вот ребята, вытащил амура. Вон, посмотрите, какая болячка у него, откуда это все, он такой как волосы, как мелкие черви. И вот весь он такой маленький и больной, хрен его знает, что с ним. Такие дела, друзья. Конечно, такую рыбу брать смысла нет. По-любому чайки его или другие рыбы съедят. Вот, ребята, амурские кони. Сейчас вам покажу. Сейчас его вытащу. Вот смотрите, какой здоровый. Вот это конюга. Огромный здоровый конь. Здесь чуть больше полкилограмма. Такие водятся у нас в Амуре. Вот он, огромный, мощный конек, горбунок. Мы их не берем. Свалил.
Котлеты с него вкусные, но их много. Мы их выпускаем. Такие дела. А, друзья, короче, поймал еще одного здорового. Смотрите, какого большого. Вот это монстр. Рыбища еще та. Просто огромная. Тоже килограмм, наверное. 5 примерно. Толстолобище. Сейчас выпутаю и покажу. Ну и сама поймал. Друзья, блядь. Матерюсь. Вот такой вот сомище попался. Где-то килограмма 4. Нормальный такой сом. Пойдет. Берем. Вот, друзья, еще один попался. Крокодоль. О, конь. Вон он такой мощный, большущий, толстолоб. Ух. Тут килограмм тоже 4, наверное. Такой добрый, нормальный. Котлетный. Вот оно сало, рыбий жир. Самый вкусный. Его завялить, закоптить. Получится просто обалденный, вкусная копченая рыба. Да он еще и полезный. Свежий жир толстолоба вообще обалденная штука. Хочет он ни хрена выходить. Иди сюда. Давай, давай, родной. Сюда. Ух. Вот мощь какая. Толстолоба вообще опасная рыба. Они бывают даже пачками залетают. Такие вот кабаны могут просто залетать в лодку. Сейчас вытащу, покажу. Ну вот это вообще монстр. Большой, блядь. Просто огромный. Иди сюда. Но больше того, это вообще крокодил конкретный. О, зверь. О, какой большой красавчик. Вот такой вот тоже нормальный кабан. Хороший. Иди сюда. Вот он. Крупный. Лесной толстолоб. Вот это зверь. Берем по-любому. Короче, и попался еще больше. Вообще огромный. И вон голый, ребята, смотрите. Видите? Вон он. Он сейчас просто выйдет. Опа! И ушел. Значит, не наша рыба. Что поделать? Какие дела? Ну вот, друзья. Весь наш улов. Два здоровых толстолоба и сомище. Остальное все выпустили. Берем только крупную рыбу, чтобы покушать. Такая вот рыбалка на сетке. Толстолобы, конечно, вообще красавцы такие, блин, прям крупненькие. Ладно, удачи всем. Кому интересно, подписывайтесь. Кому нет, проходите мимо. Добра всем, друзья.